Уважаемые коллеги, еще раз приветствую всех, кто продолжает оставаться с нами и всех тех, кто только что присоединился к конференции. Сейчас у нас начинает работать секция английского языка, состоящая из трех частей. В первой части выступающий вас познакомит с методической школой Ростислава Петровича Миллерда, расскажет о компетентностном подходе в аналитическом образовании и о культуросозидающей миссии аналитического образования, а также о профессиональном развитии молодого учителя английского языка. Уважаемые коллеги, позвольте познакомить вас поближе со всеми нашими спикерами первой части. Итак, для вас выступит кандидат педагогических наук, академический директор Skyeng, доцент кафедры лингводидактики и современных технологий иноязычного образования Института иностранных языков Московского педагогического государственного университета, эксперта Московского центра качества образования Кананеев Алексей Васильевич. Доктор философских и педагогических наук, профессор, почетный работник общего образования Российской Федерации, всероссийский эксперт при Министерстве просвещения нашей страны и заведующий кафедрой иноязычного образования Новосибирского института повышения квалификации и переподготовки работников образования Надежда Ефимовна Буланкина. Кроме того, у вас есть возможность прослушать выступление доктора педагогических наук, профессора, исполняющего обязанности заведующей кафедры методики обучения английскому языку и деловой коммуникации Московского городского педагогического университета Миловановой Людмилы Анатольевны и кандидата педагогических наук, доцента кафедры методики английского языка и деловой коммуникации Московского городского педагогического университета, а также автор рабочих тетрадей линии УМК «Мой выбор английский» и «Options» и линии УМК «Вместе» или «Team Up» для 9 классов и обладатель сертификатов CELTA и DELTA Валентина Александровна Цыбанева. Во второй части спикеры расскажут об организации эффективной подготовки успешных обучающихся к участию в олимпиадах по английскому языку, о профессиональном развитии молодого учителя английского языка, а также о современном учебнике для современного учителя и учащегося. И в заключительной части будут продемонстрированы современные образовательные ресурсы для решения актуальных задач образования и воспитания. Ну что ж, давайте познакомимся со спикерами второй части секции английского языка. Итак, для вас выступит кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой иностранных языков и профессиональной коммуникации Тамбовского государственно-технологического университета Гунина Наталья Александровна. Народный учитель Российской Федерации, почетный работник общего образования, почетный работник науки и образования Тверской области, консультант-эксперт кафедры теории языка и перевода Тверского государственного университета, сертифицированный ведущий эксперт в области ЕГЭ и ОГЭ по английскому языку, член экспертного совета Всероссийской олимпиады школьников, а также руководитель авторского коллектива линии УМК «Вместе» или «Team Up» для 9-11 классов Андрей Валентинович Миша. Уважаемые коллеги, у вас есть возможность сегодня прослушать и вебинар заслуженного учителя Российской Федерации, учителя английского языка города Москвы, школы 1770, тьютора по подготовке экспертов единого государственного экзамена и тьютора компании просвещения Котовой Марины Петровны, а также выступление ваших коллег, учителей английского языка. Итак, перед вами выступит учитель английского языка первой квалификационной категории, заместитель директора по инновационному развитию лицей Технополис рабочего поселка Кольцова, победитель городского конкурса «Новой школе современный учитель 2011», Бацулина Анжелика Сергеевна и учитель английского языка высшей квалификационной категории, руководитель методического объединения учителей иностранных языков рабочего поселка Кольцова и заведующая кафедрой иностранных языков лицея Технополис Виктория Юрьевна Якушева. И завершу вторую часть секции английского языка. Я, Шерьян Марина Витальевна, методист Центра лингвистического образования издательства «Просвещение». В заключительной части, в третьей части секции английского языка, состоится вебинар ведущего методиста британского издательства Express Publishing Дэниела Морриса. Уважаемые коллеги, я желаю вам приятного просмотра и до встречи в следующей части нашей конференции.